Всем привет! Это у нас продолжение парка веревочного в городе Новосибирск. В парке Березовая роща. Маша проходит дальше дистанцию. Первую часть посмотрите в предыдущем видео. Здесь вот такая вот конструкция. Какая-то труба из досточек. Как мы видим, это скоро штуковина закончится, ведь этот веревочный парк он небольшой. Ой, вон она скатилась. Ё-моё. А здесь вот конец, я так понимаю. Перед нами никого нет. Маша лезет. Все перелезло. А мы посмотрим, вот где они там. Их нету еще. А, вон они лазят. Смотрите. Это для старших. Кому интересно, он может. У кого нормально работают вестибулярный аппарат, потому что высота тут уже приличная. Тут метра два, да, до земли, а там уже выше, значительно. А, нет, это другая какая-то конструкция. Она идет. Так, смотрите, кто-то там застрял. Сенсация. Сенсация. Он застрял. Все. Теперь с ними его будут оттуда убирать. Так, Маша лезет дальше. У нас вот по такой конструкции. Вот пришел спасатель. Пришел спасатель. Теперь он будет что-то делать. Интересный. Да. Что? Маша, вот. Давай, поворачивайся туда лицом. Давай. Так, дальше пошла она. Дальше. Так. Короче, Маша вот дошел, доходит до сюда. Стягивай карабин. Берем. Подожди, чтобы не улетело тут. Так, так, и тут куда? О, подожди, стой, держи его. Лови. Так. Нет, не пристегивай. Вот так, ребята. Просто отпусти. Да не тебе же ты хотел. Вот его спускают. Зацепили и спускают. Вот так вот. Так, а теперь Маша. Правильно прицепи, ладно? Пристегивайся, да. А я боюсь. Не бойся, ролик правильно. Конечно, тебя в него не делали. Так, Маша, вот тебе да. За желтый, да? Ролик ставь туда. Давай. Наверх. Он на скале, типа, только не поставь, как он. Так, второй, да? Пожалуйста. Роликами на трос. Отойдите, пожалуйста. Так, здесь. Отойди. Здесь трасса. Ты на так. Ну, девочка роликами же там сидит. Трос, а сама вниз на карабин цепляешь. Не надо туда. Ага, вот так, да. Вот, сейчас, Миша, подожди. Так. Да, сейчас подожди. Оп. Ага. Оба. Теперь карабин опять на одной стороне, а другой стороне. Все. Давайте вы не будете говорить это. Короче, тут целый переполох был. Парень там неправильно зацепился и не смог скатиться. Ага, все, да? Трасса пройдена. Ура! Все, Маша, как трасса легкая, да, совсем что-то была у нас. Может, тебе на верхнюю пойти? Ладно, после того, что мы видели, такого удовольствия нам не надо. Ладненько, все.
Так, вот такой веревочный парк. Тут еще даже рост меряют. Мы выходим с него. И теперь идем куда-то сюда. Интересно, он тут кончился или уже все? Денег уже мало осталось. Календарь культурно-массовых мероприятий на летний сезон расписан. Вот. Парк Березовая Руща. И сейчас мы вам тут немножко поснимаем. Еда, шаурма, шашлык. Шаурма 100 рублей, кстати, Маша. Шаурма 100 рублей. Не хочешь? Хот-дог. Шаурму, да. Крылышки жареные 153 штуки. Пока давай здесь вот погуляем вокруг. Куда ты хочешь? Вот на эту вертушку, что ли? А вот на эту большую? А тут еще что у нас? Аттракцион водный. Слушайте, ну вообще все такое стандартное, такое советское, по-моему. Еще касса тоже вот такая советская. Там, короче, где вот непосредственно ОП, речной вокзал, там более интересные аттракционы были. Вот. Ну тут можно удивиться только ценам, то что тут еще по-божески. На гироскутере. Ну пошли, подойдем. Ну вот Маша у нас катается на скутере обычном. Такой скутер она хочет тоже как бы себе взять и дома на нем кататься. А я смысла не вижу, то есть вот 150 рублей стоит, да 10 минут. То есть его, по-моему, дешевле даже в прокат брать, чем... Да и где кататься? Это надо, он тяжелый, надо его таскать куда-то. Какой-то... У нас в городе довольно немного таких ровных площадок. Тут хорошая такая большая зона, смотрите, да? Где можно свободно кататься. А у нас в городе мало. Да и тяжелая она. Там больше 10 килограмм вот эта конструкция весит. Чем больше колеса, тем тяжелее. Вот музыка такая звучит, наверное, забанят, а я думаю. Ну вот такая скукота. Все, выключаюсь. Вот это, я думаю, правильно. Голубей не кормить, иначе они все вам загадят. Угу. Короче, мы зашли тут в маленькую будочку. Это такую. Что, это, тут тенек. Сегодня жарко. Да, понятно. Там у нас бананчики мы взяли, потом колу. Доставай. Да, ну что ты говоришь? Маша, ну вот там ищи их, ищи. Там они где-то. Потом пойдем в мак. А у меня яблоко даже есть. На. Потом бананы. В мак пойдем. Вот бананы, знаете, чем удобны? В дороге. Тем, что не надо руки мыть. И бананы мыть не надо, воняет. Да? Че воняют? Давай, бери. Бери банан. Один мне банан. Второй Маше банан. Ой, что-то жажда такая прямо замучила. Я хочу мохито. Ты какой, больше что ли взяла? Да? Выбирала. Ой, этот мягкий какой-то. Потом идем в мак. Короче, в Новосибирске бананы по... Сколько тут? 38 рублей, да? По 45. Вот такой банан. Вкусный? Эти бананы выбирала сама Маша. В Ашане. Мы были в Ашане, в Меге. Там, когда в Китбург ходили. И зашли, и там бананов набрали. О, мы совсем забыли. Маша же держала бутылка мохито, которую мы тоже купили в Ашане. Мохито тоже? Ну, я до этого брал. Когда ты там бегал, я сбегал, взял мохито, думаю. Ну и как? Вкус?
карусель. Похоже. Почему-то эта карусель так гремит. Она, видать, резко стартует, что ли, как-то. Я туда хочу, там страшно. Тебя тошнить не будет? Нет. Воробьи бегают. Мы их кормить не будем. Меня тоже. Точно? Меня точно. Чтобы не гадили. В смысле? Они говорили там про голубей, а не про воробьев. А без разницы, этих тоже. Да. Дай мне попробовать, а? Пожалуйста. Меня точно не стошнит, потому что я на той вот этой была. Да, ты же точно. Не стошнит. У меня только стошнит, если я так буду. Да, полчаса. Чего? В принципе, нормальный, да. Конечно, не то мохито, как настоящее, когда делают, да, там, с чего делают? Мята, да, там, апельсины, лимоны мята, туда спрайт. Кидают. Угу, спрайт. Ну, похоже, а? Похоже. Я делала апельсиновое мохито. Ты их сама делала? Когда мне было 5 лет. 5 лет. Ты пробовала себя в кулинарии. Мандариновое. Я брала... Мандариновое. Я брала мандарин, выжимала из него весь сок. Потом добавляла туда водички и все забирала. Да, еще. Вот видите, вот этот вот. Какого цвета, Маша, этот ремешок? У тебя нам желтого цвета, да, это благотворительная акция. Короче, подходят девушки к нам, говорят, значит, это самое. Не хотите ли вы пожертвовать деньги детям, каким-то детям? А? Ну, я спросил, действительно ли они этот, ну, они у них были одеты на них футболки соответствующие, а, с надписью. Но я все равно думаю, футболки же тоже можно как бы. Где попал. Показали они мне бумагу, а? Ну, бумага какая-то была. Все-таки там печати не было, просто какая-то чья-то закорючка. Ну, такую можно бумажку на самим написать. Самим, да, на принтере, если у вас принтер есть, накалякать и ходить, денежки собирать. Ну, ладно, надеюсь, эти деньги послужат добру. Коктейль мохито освежающий, безалкогольный. Это не алкоголь. Ну, естественно, как ты бы еще алкоголь пила, я бы это снимал бы, и, ну, это вообще был бы, это было вообще шок-контент, и сразу бы, чик, канал бы закрыли. И внизу тоже ничего нет, чтобы вы знали, что это, мы туда ничего не добавляли. А что, так делают, что ли, добавляют? Да. Я даже и не знал. Маша продвинутая. Ну, ладненько. Выливаю там безалкогольный напиток. Тут делают внизу дырочку, выливают безалкогольный напиток, потом наливают алкогольный напиток и заклеивают чем-то. Кошмар. Ужас какой. Я даже не знал, какой автобус. Ну, редко бывает. Катаются. Вот. Если у вас маленький бюджет и вам... И у вас нет возможности ниоткуда из Новосибирска деться, да, или просто у вас там денек выдался, да, вы хотите где-нибудь, кроме четырех стен в своей квартире куда-то, вот сюда вот едете, довольно удобная транспортная схема, здесь прямо метро Березовая роща и парк Березовая роща, и гуляете здесь. 20 рублей. А, ну конечно. Шаг-шагни, заплати, это везде так. Хорошо, тут в Новосибирске еще проезд 20 рублей. В Москве уже 55 рублей. Вы представляете, вот нам съездить вдвоем в Москве надо сразу 110, а здесь всего 40 рублей. В два раза дешевле, даже больше. Втроем 60. Так что Новосибирск довольно бюджетен в смысле еды и передвижения. Ну, конечно, не такой шик, вот если как по аттракционам смотреть, как в Москве, ага, и так далее, всем этим развлекухам, но, в принципе, погода нормальная вот сегодня. Угу. Солнечно. Сегодня хорошая погода. Ну, ладно, всем пока. До связи.